период празднования 20-летия Астаны личный состав столичного гарнизона и близлежащих регионов Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областей переведен на усиленный вариант несения службы. В эти дни охрана общественного порядка на территории столицы осуществляется полицейскими нарядами, а в местах проведения праздничных мероприятий установлено круглосуточное дежурство со стороны руководящего состава органов внутренних дел. На охрану общественного порядка задействовано около 3500 сотрудников полиции, в том числе 1200 военнослужащих Национальной гвардии, из которых 600 прибыли из других регионов. Кроме того, из числа сотрудников центрального аппарата МВД сформирован резервный сводный отряд. Для поддержания порядка и обеспечения безопасности в преддверии 20-летнего юбилея Астаны в столице проведено два оперативно-профилактических мероприятия «Правопорядок». Наряду с Астаной отработки прошли также и во всех крупных городах республики. Задействованием максимального количества наших сотрудников, порядка 1500 сотрудников мы задействовали. За это время могу просто несколько цифр назвать. Было выявлено около 10 тысяч административных правонарушений, из них только 1500 в сфере миграции. За этот же период было раскрыто 130 ранее совершенных преступлений, выявлен 21 факт незаконного хранения наркотических веществ. По 8 июля в эти дни охрана общественного порядка на территории города будет осуществляться усиленными полицейскими патрулями. Ну и, естественно, на местах праздничных мероприятий у нас будет организовано дежурство, как перед мероприятием до его закрытия, так и пока не закончится мероприятие, там сцены, микрофоны и все остальное. Сейчас пассажиропоток в столицу очень большой. По словам сотрудников полиции, ежедневно прибывает до 12 тысяч человек, поэтому отработки и проверки ведутся круглосуточно. Под особую охрану взяты аэропорт, вокзалы и монумент Байтерек. В целях охраны общественного порядка вот на обслуживаемом участке, то есть это ЖД вокзалы, аэропорты, нашими специалистами-кинологами ежедневно проводятся отработки в целях недопущения провоза наркотических средств, взрывчатых веществ, оружия в столицу или каких-либо предметов. Нами вот ежедневно проводятся такие отработки целевые со служебными собаками, проверяют багажные отделения, Казпочту, потом прибывающие пассажирские поезда. Сами знаете, сейчас в преддверии праздника 20-летия вот очень большой пассажиропоток в столицу, могут прибыть преступные элементы. В целях недопущения каких-либо правонарушений наши кинологи вот постоянно отрабатывают. Для исключения несанкционированного проезда транспортных средств в Астану, минуя посты «Рубеж», на всех объездных путях из числа сотрудников дорожно-патрульной полиции и СОБР выставлены блокпосты и созданы поисковые группы для несения службы по периметру столицы. Работа по проведению досмотра будет проводиться на двух железнодорожных вокзалах. На железнодорожном вокзале станции Астана у нас имеется более 250 камер видеонаблюдения, с помощью которого сотрудниками транспортной полиции допускаемые преступления в общественных местах раскрываются по горячим следам. За отчетный период на железнодорожном вокзале станции Астана с помощью камер видеонаблюдения было раскрыто 12 преступлений, из них 2 факта мошенничества, 10 краж чужого имущества. Также на железнодорожном вокзале Нурлыжол имеется у нас более 500 камер видеонаблюдения, с помощью которых за отчетный период 2018 года раскрыто более 10 преступлений. Основное внимание надо обращать на оставшиеся бесхозные предметы, или где-то что-то сумка может лежать, или коробка какая-нибудь, скажем так. И в принципе сейчас на вокзалах стоят досмотровые площадки. Для визуального контроля и оперативного реагирования в Астане в течение нескольких лет установлено около 800 камер видеонаблюдения, выведенных в Центр оперативного управления ДВД города. Стоит отметить, что оснащенность столичной полиции одна из лучших в стране. А ко дню столицы специально создан оперативный штаб на базе ЦОУ МВД для своевременного реагирования на сигналы о преступлениях и происшествиях. Ну, хочу сказать, что, конечно же, эти камеры оснащены последними технологиями. Они распознают не только нарушения правил дорожного движения, все происходящие нарушения в городе они фиксируют, имеют свойство это все фиксировать, приближать. В дальнейшем мы производим опознание граждан и так далее. Они вообще многофункциональные камеры. Всеми последними технологиями имеются камеры, имеются все установленные базы, радиостанции, видеорегистраторы. Все необходимые, все технические средства у них имеются.
В рамках государственно-частного партнерства на перекрестках и вдоль улично-дорожной сети установлено более 1600 камер видеонаблюдения «Сергек». В 2018 году планируется дополнительно установить еще 8377 подобных видеофиксаторов, что позволит оснастить улицы Астаны камерами на 100%. Кроме того, за счет средств кооперативов собственников квартир, а также организаций и предприятий во дворах жилых домов и подъездах, по принципу «безопасный двор» установлено свыше 6000 камер видеонаблюдения. На сам день рождения столицы и далее в течение года на мероприятия, приуроченные к 20-летию Астаны, по прогнозам приедут более 1 миллиона гостей. Для астанчан и гостей столицы подготовлены более 600 мероприятий, которые будут интересны для самых разных категорий населения. Это концерты, соревнования, фестивали и даже международная игра КВН. Особое внимание полиция уделяет брошенным предметам, оставленные в местах массового скопления граждан, и призывает горожан и гостей столицы быть бдительными. В торговых центрах, магазинах, на выставках, на стадионах и на вокзалах, безусловно, есть своя служба охраны. Но если вы заметили подозрительную сумку, брошенную в углу, сообщите охраннику, сотруднику службы безопасности, обратитесь к сотруднику справочной информации, либо любому другому сотруднику организации, находящемуся поблизости. Не трогая предмет, срочно позвоните по телефону экстренной службы. Особое внимание уделено активизации работы по борьбе с уличной преступностью, наведению порядка в микрорайонах и обеспечению дорожной безопасности. Личный состав ориентирован на бдительное несение службы. Особое внимание будет обращаться на лиц с подозрительными вещами, брошенные предметы, транспортные средства, оставленные в местах массового скопления граждан. Объекты, подлежащие государственной охране, в эти дни будут усилены. Приняты меры по обследованию мест хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Усилена охрана важных объектов. Кроме того, мы взяли под полицейскую охрану «Байтерек». На весь период нами выставлен там пост полицейский. В обеспечении комфорта участникам праздничных мероприятий не остаются в стороне и подразделения комитета по чрезвычайным ситуациям. В целях соблюдения пожарной безопасности проведены проверки в местах скопления людей и там, где будут проводиться широкомасштабные мероприятия. Территориальными подразделениями комитета по чрезвычайным ситуациям проводится обследование задействованных объектов, мест проведения праздничных мероприятий на предмет пожарной безопасности. С персоналом указанных объектов проводятся соответствующие инструктажи. На случай осложнения обстановки, а также ликвидации чрезвычайной ситуации, созданы оперативные резервы из числа сотрудников специальных подразделений, как в самой столице, так и в областях. При пожаре в общественном месте, школе, музее, торговом центре, кинотеатре ваши шансы и шансы ваших близких выжить вырастут, если действовать по правилам, предусмотренным на этот случай. Весь штат дорожно-патрульной полиции Астаны, а это около 1000 сотрудников, в круглосуточном режиме обеспечивают охрану общественного порядка на территории города в период празднования или проведения крупных серьезных мероприятий. Кроме того, содействие полиции оказывают пешие патрули из служащих войсковой части, которые помогают обеспечивать безопасность и правопорядок в вечернее и ночное время. Вы знаете, город Астана, он очень такой большой, позитивный такой город. Вы знаете, он на наших глазах с вами вырос, растет, развивается. Практически ежедневно у нас проходят мероприятия. Спортивные, зрелищные, массовые мероприятия и так далее. Мы прилагаем все от нас зависящие и независящие усилия для того, чтобы должным образом обеспечить порядок. Пользуясь случаем, конечно, хотелось бы обратиться и к жителям нашим, и гостям столицы, потому что в целом у нас, как вы, наверное, обратили внимание, в подъездах, домов, везде, в целом вы можете обратиться в средствах массовой информации. Есть рекомендации сотрудников полиции, как себя вести в той или иной ситуации. В преддверии праздников дорожные инспекторы перешли на усиленный режим несения службы и призывают автовладельцев быть осторожными, отказаться от злоупотребления спиртным за рулем и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих. Берегите себя и своих близких.